Но это было радостно. Мы выиграли турнир. После первого поражения мы собрались и обыграли все. Когда зазвучал мне наш гимн, родители стали свистеть. Это все было спонтанно. Мы не были к этому готовы. Благодаря вот родителю, который стоит рядом, она начала, скажем, петь гимн, и родители поддержали, и подключились дети. Было очень как бы, неожиданно, с одной стороны, ну, что так сложилась ситуация. А с другой стороны, ну, мальчишки не растерялись, ну, и повели себя в этой ситуации очень патриотично.